Выехал на трассу, вот и это раздуплилось. В общем, ехать нам 3 часа 28 минут. И будем дома 8:30. Ну, нормально. Сейчас 5 часов. Опять мы и будем дома скучать. Короче, что через Сороки, что через Единцы, то же самое. Ну, по времени, по километрам не знаю, может быть чуть дальше через Единцы, но по времени то же самое. На 3 минуты дольше. Но это, как вы понимаете, пустяки. По той дороге Атаки Сороки я просто так не поеду. Ой, сейчас там указатель. Сверимся с километражом, сколько нам осталось и сколько на этом табло написано. Конечно, поворачиваем от солнца, а то мне уже, блин, глаза болят, даже сквозь очки пробивает. Такое оно низкое, противное солнце. Вот я вижу, там написано Кишинев 230 километров. А это показывает нам 240. Ну ладно, 10 километров не страшно. Потому что у меня здесь стоит точка прям домой ко мне. А, они замеряют по главной почте, по центральной. Короче, будем ехать спокойно. Такая, блин, конченая дорога здесь. Что ж, хоть асфальт, но, блин, эти латки такие, блин, как будто насрали так, положили их там, пиздык, пиздык, блядь. Безобразие. Какое-то село здесь, даже не знаю, что за село. Где-то с север. Паладья. Село Паладья. Сейчас будем плестись. Вот как рулить? Вы что-то видите? Бляха, муха, офигеть! Опять. Вот там еще какие-то байструки, блядь, нашли, где играть на зебре. Пиздюки, блядь, маленькие, нахуй. Долбоебы, блядь! Извините, ну бля, как можно играться на... Мало того, что солнце-то херачишь, и не видно ни хера, бля. Так они еще бегают там, как бессмертные. Мули, бля. Поскорее бы ночь уже, глаза болят, бля, с солнца. Город Единцы. Так, по самому краюшку проехали. И сейчас вернулись на маршрут, по которому мы ехали. Бричана.
сделали такой кружочек там, Бричанная Окница. Ехать еще 3 часа. Да, наверное, больше получится. Я же сейчас надо остановочки делать. А то сидеть столько на жопе, конечно, это очень плохо. Выйти, размяться 5 минут. Ну, пока едем. Где-то под Бельцами уже. Выйдем на бетонку и там остановимся. Сделаем паузу 10 минут. И дальше в путь. Выехал с Единского района и вот заехал в Рыжканский район. Едется хорошо. Машинка в форме. Дороги бы получше. Обращайте внимание, как вот обратите внимание. Будем приближаться ближе к Кишиневу, и деревья будут становиться все зеленее и зеленее. Видели в прошлых выпусках, какие они прям желтые-желтые были. Чем дальше на юг, тем зеленее. Разница между севером и Кишиневом 2-3 градуса примерно. Но это вот ощущается. Блин, не знаю, почему глаза слезятся сильно. Ну это грязными руками протер. Сейчас пекут. До Бельца еще 41 километр. Коровка. До Кишинева 181. Навигатор показывает 188. Проезжаю Рыжканский перекресток или Рыжканскую развилку. От Бельца 33, Кишинев 170, Рыжканы направо 4 километра. Ой. Люблю я свою работу, если честно. Обожаю просто. Не знаю, почему некоторые так психуют, когда поздно приезжают домой, там все, 5 часов надо быть дома, то есть там 5:30, все, больше, как некоторые говорят, мне платят до 5, больше не моя забота, не мои проблемы. Странная философия вообще. У меня график работы с 8 утра. Вот я себе так. Я так работаю. С 8. А во сколько заканчивается? Во сколько заканчивается? Иногда вот как сегодня, 8:30 вечера. Иногда в 4 часа. Бывало, что в 3:45, как бы я уже заканчивал все дела. Раз на раз не приходится. Все в зависимости от маршрута. Поэтому я насчет этого не страдаю. Я получаю удовольствие от того, что делаю, поэтому для меня график не существует. Также субботы тоже я любитель по субботам поработать. Но сейчас обленился я. Да и времени нет. Сейчас у Лёши идет турнир.
чемпионат Молдовы по футболу, и иногда они в субботу, и иногда в воскресенье играют, поэтому я сейчас в субботу никуда не езжу. Да, вроде и наладилось, успеваю в течение недели все дела свои сделать. Что, дружище, там можно обгонять? Не хочешь помогать? Ну ладно. Зарплата достойная, бля. Грех жаловаться. Оклад и процент. Особенно процент. Если хорошо работаешь, то и процент хорош. Пока, слава богу, все нормально получается. Время без 10:06. Здоровенько, бельцы. Время 6:10. Передаю привет всем своим подписчикам из Бельц. Сегодня не встретимся. Поздно уже. Сворачиваем на бетонку. Все, что там пишут, короче, не успел прочитать. Проедем Бельцы, будет остановочка. На 10 минут раньше, на 10 минут позже приедем домой, без разницы. Но отдохнуть надо чуть-чуть. Пора включать фары. Солнышко скрылось за горизонт. Тошки фары хорошие, хорошо светят. Но можно еще лучше. И хочется еще лучше, чтобы. Село Марандень. Все. О, 10 минут отдыха. Мам заколебит. Так, ты все. Так, это так. Пускай поработает пару минут. И потом заглушу ее. О, чуть выйти на улицу. Темнеет по чуть-чуть, туман опускается, время 18:43.
сваливай, 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 сваливай. Ох, как она летит, как она в горку прямо летит. У-ху. Видно, нет, но дальний хороший такой, он освещает все вокруг. Для сравнения, да, хоп, вот ближний, хотя вам, наверное, не понятно. Уже темно, время 7 часов. Если время 7 часов, значит, вышел ролик. Вышел ролик. Как я ездил в Сороки, Флорешты и в Бельце. Приятного просмотра вам. А мне до Кишинева еще 80 километров. Таких, извините за мат, пидорасов, блядь, которые едут, блядь, и на дальнем. Есть такие мои олени, просто я даже не знаю, как их назвать. Пока ему в ответку не врубишь дальний, блядь, на полную, тогда он только переключается. Черти, я не понимаю, как таких земля носит. Но есть и нормальные. Ой, здесь это так, хуйня. Но есть и нормальные, конечно, ребята. Большинство. Но есть и уроды. Время 7 часов 15 минут, до Кишинева еще 53 километра. Здравствуй, Кишинев. Я приехал домой. Время 19:43. Что-то навигатор там затупил, походу, где-то. Что он мне показывал 20:30, если вот еще даже 8 нету, я уже в Кишиневе. Видимо, когда я ставил точку, пробки были в городе. И он рассчитывал с рассчитывал время с учетом пробок. Сейчас заедем в Кишинев спокойненько, без пробок. О, хорошо. Ну все, ребята, наконец-то я дома. Время 8 часов и 5 минут. Вот такой рабочий день. Вот такой длинный. И вот так все хорошо сложилось. Все, всем спасибо за просмотр. Счастливо. Я домой отдыхать, это все. Вымотался в ноль. Успехов вам всем.